Мероприятие проводилось с целью популяризации среди населения медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, обмена контактами, заключения деловых договоров и продажи своих товаров на местах. В выставке участвовали свыше 15 медицинских учреждений, среди которых ряд государственных больниц, частные клиники, салоны косметологии, дистрибьюторы медицинской техники из Казани, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Кто-то приехал с каталогами, а кто-то с дорогостоящим оборудованием, с работой которого можно наглядно ознакомиться. На открытии выставки присутствовал и министр здравоохранения Республики Дагестан Танка Ибрагимов. Такая выставка организовывает наш Экспо-Махачкала компания Экспо-Дагестан, да? И это большая трудная работа. И я хочу поблагодарить организаторов этой выставки, хочу поблагодарить организаторов конференции в рамках этой выставки, которую проводят. Отмечено, что для специалиста выставка стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения и выработки рекомендаций по повышению эффективности оказания медицинских услуг. Можно было ознакомиться с новейшими методами лечения заболеваний, лечебными учреждениями региона, проконсультироваться с ведущими врачами России, а также просто бесплатно некоторые виды экспресс-обследований. Выставка создает прекрасные условия для бизнес-контрактов, презентации продукции, ознакомления с инновациями, встречи врачей разных специальностей. Патимат Алиева, Ахмед Зайпулаев, Ильяс Казак. Прибойные новости.